Всем привет! Друзья, уже начался Великий пост, и поэтому сегодня я хочу приготовить легкий, простой приготовление и очень вкусный салат со свеклой и кукурузой. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком салате, и не забываем ставить лайки. Давайте начнем готовить! Для начала половинку небольшой головки красного лука нарезаю тонкими полукольцами. Для салата я использую свежую зелень. У меня петрушка, укроп и руккола. Руккола придаст салату такую вот изюминку и пикантность. Зелень не слишком мелко нарезаю. Свеклу я уже заранее подготовила. Я ее отварила до готовности. Она у меня полностью остыла. Свеклу я очистила от кожуры, нарезаю ее на небольшой кубик. Все подготовленные ингредиенты я переложила в салатник. Сюда же добавляю консервированную кукурузу. И на мелкой терке натираю чеснок. Салат нужно посолить, добавляю в него растительное масло и все хорошо перемешиваю. Салат со свеклой и кукурузой готов! Вот такой замечательный, легкий, свежий и очень полезный получился салатик. И готовится он легко, просто и быстро. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата, и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!